Хорошо, тогда позвольте открыть юбилейное заседание Санкт-Петербургского философского клуба Российского философского общества. Ну, у нас ведь, я Годарев Философский Максим Григорьевич, председатель клуба. У нас ведь как? Служба-служба и обед по... Как сказать, по расписанию, да? То есть речь идет о том, что даже юбилейное заседание, оно должно включать в себя обязательно какую-то познавательную часть. И если на прошлой нашем заседании уважаемый Иосиф Григорьевич Абрамсон, доктор технических наук, общественный деятель, рассказал нам о современных представлениях, связанных с релятивистской революцией 20-го века, была дискуссия, даже полемика была. Вот. То сегодня, ну, в силу специфики нашего сегодняшнего заседания, мы до предела сокращаем познавательную часть. То есть, мы договорились, что мы еще около 20 минут, максимум полчаса сделаем доклад, и потом мы 2-3 вопроса не больше зададим очень коротких, подразумевать тоже очень короткие ответы. Вот. Ну вот, Иосиф Григорьевич. Вам слово. Да. Еще раз спасибо, что вы к нам пришли. Иосифу Григорьевичу 95 лет. Человек глубоко, интересно, широко мыслит. Я уж не говорю о том, что никакого склероза точно нет. Вот. И это прекрасно. Получаешь наслаждение от общения с этим человеком, с его мыслями, с идеями, с глубиной, с которой соприкасаешься. Иосиф Григорьевич, пожалуйста, вам слово. Спасибо. И вот революция первая произошла в 1905-1916 годах. Этот период. Пятый год – это была специальная теория относительности, 16-й год – общая теория относительности. Это все связано с Эйнштейном и теми, кто ему помогал в этом плане. А вторая революция – была, значит, связана с разрешением других противоречий, которые возникли, когда обнаружилось, что вместе с известной электромагнитной теорией, электромагнетизмом, волновым движением, и считалось, что в основе всего лежит лежат волновые явления на фундаментальном уровне в микромире. И вдруг открытие фотоэффекта, который принадлежит сначала Генриху Герцу, а объяснение законов этого фотоэффекта описал их Александр Григорьевич Столетов. Но природа фотоэффекта не была понята. Эйнштейн внес свой вклад в это дело. Он написал замечательное уравнение. Тут уже можно поднять, наверное, немножечко. Поднимите. Там, где больше будет. Это, да, но это вот сейчас хорошо. Потом дадим. Замечательное уравнение просто. Энергия выбитого электрона равняется А плюс МВ квадрат пополам. Что такое А? Это работа выхода из металла, который надо произвести для того, чтобы выбить электрон. Тем квантом, так сказать, излучение, которое бьет по этому металлу. Значит, он должен быть таким, чтобы преодолеть работу и затем еще сообщить какую-то энергию выбитому электрону, вот МВ квадрат пополам. Это было Эйнштейном так как бы походя сделано. Он этим не очень занимался, этой историей, но, в общем. А вот только в 20-х годах возникла, ну, можем перейти сюда, возникла школа ученых, которые решили открытие Планка. Макс Планк был первым, который понял
как объяснил, почему мы имеем... Фарадей и Максвелл здесь. Сейчас Планк здесь есть, нет? Нет, тут Планк должен быть, Макс Планк, сначала. Макс... Нет, тут нет. Ну, не важно. Нет, ну хорошо. Ну, не важно. Значит, какое противоречие было долго было трудно объяснить. Сейчас я здесь не вижу это. А вот, 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 вот это, вот смотрите. Мы видим, здесь по оси абсцисс вправо идет длина волны, а налево, значит, частоты, соответственно. И вот когда мы нагреваем абсолютно черное тело, то, естественно, чем выше температура нагрева, тем больше энергия излучения в спектре этого абсолютно черного тела, тем выше все. Но все хорошо до сих пор, до вот этой вершины. А почему потом все падает? Это никто не мог понять. Все, что сюда, и понял это Макс Планк. Он сказал, распределяются не волновые, не столько волны, но одновременно это и частицы. И вот это есть распределение частиц, излученных абсолютно черным телом. Вот они, эти частицы, дают волновое излучение. То есть дуализм микромира был открыт Планку, который до конца этого сам не понимал. Он просто понял, что есть частицы, которые здесь вот распределены. Я перевел открытие Планка. Да. Вот, это, вот тот самый немецкий физик Макс Планк. Но только через 20 лет по-настоящему квантовые явления начали изучать, то есть смогли сделать скачок в изучении этих явлений. Это была знаменитая Копенгагенская школа, такая интернациональная школа. Во главе стоял Бор, Нильс Бор, это датчанин. Он пригласил туда молодых, талантливых физиков из разных стран. Немец Вернер Гейзенберг, швейцарец Шрёдингер, ирландец Дирак и француз Дебройль. И вот эти четверо досконально изучили явления, значит, которые происходят в микромире, в фундаментальном микромире. Но сначала вот здесь показана очень интересная вещь. Ньютон, например, спорил с Гюйгенсом, который Гюйгенс утверждал, что волновые явления есть основа всего, что происходит в мире. А Ньютон говорил, нет, ты не прав, только частицы, только материальные частицы, они. И свет – это поток частиц разного цвета. Спектр разного цвета частиц. А после, вернемся на секундочку назад. Вот. А затем произошел, значит, вот когда Макс Планк дал и открыл вот то, что это и то, и другое, то это получилась знаменитая диалектическая триада. Тезис, антитезис, синтез. Мы имеем вот как раз в истории развития понимания того, что происходило. Ну, а дальше, что сделал Гейзенберг? У него он нашел и открыл соотношение неопределенностей. Это, значит, дельта Е, дифференциал энергии, умноженный на дифференциал времени, больше или меньше соответствующей величины, там пи делить на h делить на 2π. H – это постоянная планка. Так вот,
То есть мы не можем точно, у нас всюду имеется вероятностная причина. Вероятность, либо чем точнее мы знаем импульс, дельта Е на дельта П – это импульс, тем менее точно мы можем сказать об энергии частицы, которую этот импульс имеет. И вот это вот, можем говорить только о вероятности. И вот тогда было понято, что главной причинностью является неоднозначный детерминизм. Есть нечто, какая-то причина и есть следствие. Если есть что-то, что приводит к какому-то процессу, то вот так и только так. Нет, в природе другая причина, вероятностная. Мы не можем ни о чем говорить определенно. Мы говорим только о вероятности. Она может быть близка к 100%, но она не 100% никогда. И вот эта вероятностная причина, это очень трудно доходило и приходило в сознание, но оно, благодаря вот этой четверке гениев во главе с пятым лидером Бором, она их утвердила. Появилось уравнение Шрёдингера, уравнение вероятности. Если мы знаем сегодняшнее состояние той или иной системы, то мы можем по уравнению Шрёдингера найти в определенный период времени, какова вероятность другого состояния, ее состояния через, допустим, через 5 лет, через 2 месяца, через несколько дней. Это зависит в уравнении Шрёдингера, это все входит в степень пошли дальше. Дальше у вас вот... Это вот... Капица? Да, это... Сегодня его вспоминали в машине, когда ехали. Да, да, да. Угу. Это Капица, его ближайший ученик Лев Ландау. Который, кстати говоря, дал такую замечательную словесную формулу. Природа закономерна, но не точна. Это слова Ландау. Это на самом деле так и есть. Природа сама не знает, что с ней будет через некоторый момент времени. Да, да, да. Поэтому и вот это определение закономерно, но не точно, это очень здорово. Законы действуют, но они вероятностны. Вот, пошли дальше. Фундаментальное взаимодействие. Но это взаимодействие. Всего имеется, мы знаем сегодня, 4 фундаментальных взаимодействия, которые есть в природе. Первое, вернее, наиболее сильное – это ядерное взаимодействие в ядре атома, которое переносится. Значит, в каждом взаимодействии есть источники и есть переносчики. Источники – это нуклоны, протоны и нейтроны, и там кварки, которые внутри них сидят. Это у кварков свои переносчики, глюоны – это там внутри. А дальше, значит, следующее взаимодействие – это взаимодействие электромагнитное или электрослабое. Сейчас их объединили. Взаимодействие распада, бета-распада и электромагнитное взаимодействие стало электрослабым благодаря открытию бозона. Сейчас как его? Забыл его фамилию Бозона автора этого. Нет. Автора. Он здесь есть, да, там есть, там дальше. Будет, да. Вот здесь есть. Юкава. Хиггс. Бозон Хиггс. Хиггс. Да. А это почему здесь поставлен Юкава? Он предсказал. Это японский физик. Он в 1935 году, да, или, нет, неверно, в 1926 году он предсказал то, что будет открыты определенные частицы. В первости он сказал, что просто рассчитал позитрон. И его открыли в космических лучах через 9 лет. Потом это все, позитрон это частица, которая возникает при искусственной радиоактивности, когда распадается протон. Он и потом соответствующий нейтрино
для того, чтобы закон сохранения энергии сохранился, тоже выпадает. Вот это очень интересно. Просто он рассчитал. Просто рассчитал по каким образом. Он рассчитал, что знает примерно 10 минус 13 там, степень сантиметра размера ядра, из массу ядра, ядро водорода, массу протона, и, соответственно, закон, вот, соотношение Эйнштейна, это дельта Е на дельта Т, и поэтому рассчитывает, соответственно, какое время он может пройти это расстояние, время берет с учетом скорости света, скорость С. И дальше получается все очень просто. Он берет энергию этой частицы, а раз он знает энергию этой частицы, то он может найти ее массу по уравнению Е равняется МЦ квадрат. То есть получилось, просто теоретически он предсказал вот эту частицу. Она потом была найдена. Это поразительная вещь совершенно. За это он получил Нобелевскую премию. Вот это, за это предсказание, которое обнаружилось. Пошли дальше. Но это вот сегодняшние стандартные частицы, переносчики, и мы не будем подробно это рассматривать, переносчики и источники, и взаимодействие. И вот этот самый бозон Хиггса, который уже сделал свое дело, он объединил слабое взаимодействие и электромагнитное взаимодействие. Это благодаря нему. Вот, значит, ну, пошли дальше. Пойдем. Это вы назад, нет, вперед. Разъединение. Да, ну, это вот. И если уже говорить до конца, то мы сегодня можем говорить о том, что вот что, как сегодня мы представляем материю Вселенной. 94, значит, темная материя и темная энергия – это вот зеленые сектора. Красный сектор – это, значит… Межгалактический газ у вас. Да, межгалактический газ и очень маленькая из всего, всей материи, 0,4% – падают на материалы, на, так сказать, вот звезды и планеты вокруг звезд. На все это падает 0,4% материи Вселенной. Вот сегодняшнее таково, вот, таковы знания о Вселенной, если говорить, заключать это. Но я думаю, что я выдержал время. Спасибо. Спасибо большое. Иосиф Григорьевич, у меня сразу сходу вопрос по бозону Хиггса. Значит, вот думали, что он обладает одной энергией. Значит, вернее так, предположили, два предположения были, что в случае обнаружения бозона Хиггса, если обнаружат одну его энергию, меньшую, скажем так, то это будет подтверждать теорию великого объединения. Если большую, то это будет подтверждать теорию мультивселенных. А обнаружили нечто среднее. Вот как объяснить результат этого? Ну, трудно объяснять, поэтому вот, трудно, но после долгих размышлений, касающихся того, о чем вы сказали, что это значит, все-таки пришли к выводу, что это ближе все-таки к той энергии, которая обуславливает наличие великого объединения, имевшего место в первые доли секунды после большого взрыва. Произошел большой взрыв 4,8 миллиарда лет тому назад. Возраст нашей Вселенной, вообще говоря. Вот. От чего он произошел, это можно гадать. Может быть, столкнулись две других вселенные, или мощные галактики столкнулись между собой, большой взрыв. Это трудно сказать. Скорее всего, невозможно. Но большой взрыв пока невозможен. Большой взрыв определили примерно вот его возраст, время его происхождения. А дальше уже начали считать, что это миллиарды градусов
была температура в той точке, где это произошло. Затем это постепенно охлаждалось, и постепенно пришли к тому состоянию, которое сегодня имеется. Иосиф Григорьевич, извините, в общем, вы сейчас склоняются больше к тому, что энергия бозона Хиггса, она больше соответствует гипотезе объединения, да? Да. Понятно, спасибо. Еще вопрос, пожалуйста. Да, пожалуйста. Представьтесь только. Меня зовут Шмидов Владимир Александрович. Вот вы сказали, Вернер фон Гайзенберг, он в квантовой физике очень себя показал. Но он еще вот в чем себя показал. Он же фактически лишил гитлеровскую Германию ядерного оружия. Кто говорите? Гейзенберг. Да. Помните, вот... И с Гейзенбергом была большая история. С Гейзенбергом там... И это при том, что у них уже были ракеты Фау-2, то есть это были... В чем вопрос ваш? Вот что вы можете об этом... А вы знаете, что Гейзенберг был, находился под... в режиме денацификации, и он был изолирован после Второй мировой войны. Затем он очень просил встречи с Бором. Эта встреча состоялась. И по поводу этой встречи даже, по-моему, был снят фильм потом документальный. Они, значит... Когда там была вообще это очень такая драматическая история. Он очень просил Бора с ним поговорить, принять его уже после отбытия этого срока. Я готов приехать в Данию, там только скажите, что вы готовы со мной поговорить, побеседовать. Об этом узнала жена Борга, это было, собственно, трудно не узнать, и она была категорическим противником. То есть ни в коем случае, как можно этого нациста принимать? Что это такое? Как? Ну, он говорит, ну, слушай, ну я же, мы же не, он, я с ним поговорю, выясним все, но, боже мой, он, может быть, не знаю что, он мне расскажет. Только не в моем доме. И вот они гуляли где-то там по набережной, и вся беседа проходила именно там, потому что и Бор ему сказал, жена не разрешила меня принимать вас у себя. Ну вот, дальше они разговаривали уже о физических вещах, а то, что он туда попал, он сказал, я оказался в гитлеровской Германии, я понимал, кто такой Гитлер, но я решил, что нельзя науку-то останавливать. И мне была дана возможность и исследованиями заниматься, и преподавать. Я преподавал. Я не думаю, что те молодые люди, которые меня слушали, стали большими фашистами. Они, по-моему, стали меньшими фашистами, чем они были до сих пор. Вот примерно это он сказал Бору. Вот. Потом Бор, а Бор ведь был, как сам Бор попал в Штаты, когда была, значит, война, его вывезли. В бомбовом отсеке бомбардировщика. Да. Даже не в кабине самолета. Приказ был в случае нападения фашистов открыть бомбовый отсек, пусть падает в океан. Я хочу добавить, Иосиф Григорьевич, вот к тому, что вы сказали, что из... По-моему, я прочитал это в книге «Части целое». Гейзенберг вспоминал, что перед тем, как вот нацистский режим восторжествовал в Германии в 1933 году, и Гейзенберг пришел к Планку. Планк значительно старше его, и он очень ему доверял. Говорит, что мне делать? Планк ему говорит, вы знаете, в любом случае, если вы здесь останетесь, вас обвинят в том, что вы остались и сотрудничали с режимом. Если вы уедете, вас обвинят в том, что вы уехали, значит, и немецкая наука не развивалась. В любом случае, вы, так сказать, я решил, вот мое личное решение, Планк, я остаюсь. Этот режим долго не просуществует, вы понимаете. И Гейзенберг тоже решил остаться. Я, конечно,
совершенно солидарен с трактовкой. Разные трактовки есть этой личности. Но я полностью согласен с тем, как трактует Иосиф Григорьевич позицию Гейзенберга. Действительно, он и вы тоже, кстати. Да, и что Гейзенберг действительно помешал реализации немецкой ядерной программы. Он сказал о большой сложности перехода в уран-238 в уран-235, который для бомбы годится. Да. Он сказал, что это такая тяжелая проблема, что Гитлер решил, ну и нафиг, будем лучше да, делать да. техническими способами побеждать войну. Да. Спасибо всем присутствующим. Мы можно добавить все-таки о том, что квантовая революция, это все-таки суть квантовой революции. Мы сейчас находимся в стадии уже большого пика второй квантовой революции. Первая квантовая революция показала, что мир действительно вероятностен, и все и взаимопереходит как бы в корпускулярно-волновой дуализм. Квантовая механика показала. Но вторая квантовая революция, она как раз с опозданием на 50 лет, благодаря как раз не ошибке именно Нильса Бора, он не обратил внимания на то, что Эйнштейн первым заметил нелокальность в копенгагенской трактовке, Бор этого не заметил. И поэтому, а поскольку все авторитет Бора, все на 50 лет об этом и не думали. 50 лет по ошибке Бора. Бор ошибся в споре с Эйнштейном в 1935 году. Но мы переживаем вторую квантовую революцию как раз то, что нелокальность, мир нелокален. Мир не то, что непредсказуем, он нелокален, то есть все существует, все взаимосвязано. То есть сейчас даже уже развивается теория, там в Принстонском университете в Соединенных Штатах, о том, что даже каждая точка объема пространства взаимосвязана со всеми любыми точками пространства. То есть эта связь существует даже просто в самом пространстве. Поэтому говорить вот это понимание, что мир завязан вот этот цепляем такой комок, где каждое шевеление в одном месте тут же мгновенно сказывается на всем остальном, мироздании в целом, тут же сказывается. То есть нет никаких пространственных промежутков, все мгновенно передается. Вот это не локальность, это вот как раз вот второй квантовый революция. Да, почти согласен. Нельзя так грубо это говорить, потому что, понимаете, когда что-то происходит где-то, то ближайшее соседство при нем тоже реагирует обязательно. На физическом уровне, конечно. Да, но волна постепенно затихает. На физическом уровне. А что, на физическом уровне, да. Сергей Дмитриевич, все дискуссии во второй это части. За столом. Сейчас у нас нет. Сейчас мы переживаем. Это именно квантовая революция. Сергей Дмитриевич, у нас сейчас не дискуссия. Да. Не время для дискуссии, понимаете? Вы опять это не дискуссия, это факт. Это научный факт. Сергей Дмитриевич, сейчас не время для дискуссии. Понимаете? Не время. Сейчас мы не дискутируем, а задаем вопрос. Понимаете? Вот так. Я хочу поблагодарить Иосифа Григорьевича. Давайте поблагодарим Иосифа Григорьевича. Пожелать Иосифу Григорьевичу большого здоровья и вообще невероятно, когда человек вот так замечательно глубоко мыслит. Я хочу подарить вам диалоги Платона. Спасибо. Это, наверное, будет соответствие с вашего, от нашего клуба. Спасибо. Спасибо, замечательно. Диалоги Платона. А какой был диалог? Диалоги. У него десятки, я покажу тут. Написано под заглавием. Следуйте мне, меньше думайте о Сократе, а больше об истине. Давайте сейчас поблагодарим. Спасибо.